яички, роды начинаются. Она вякает, вякает, сидит, а маечка ходит, помогает. Ходит, помогает, подсматривает. Посадила в коробку. Да вообще я ее не посадила, она сама залезла в эту коробку. Она вообще умная кошка, они уже знают эту коробку. Знают, что там детки должны быть. Да, София? Сама залезла сюда. Хорошо, что я вовремя погуляла. Пришла, все успела. Ну, лишь бы она успела до вечера родить, чтобы мне потом с Барнюшкой идти гулять, не сидеть. Потому что я переживаю за каждого котенка, знаете. Мне очень жалко, если котенок погибает. У нас было уже так. И спасала, и что только не делали, да. И все равно погибали. Было такое. Ну, не дай бог, конечно. Не дай бог. Вот все-таки это, слава богу, что укараулила. А Майка тут кругами ходит. Помощница, да, Май? Помощница? Что тут такое? Смотрю все. Это у нас коробка от телевизора, по-моему, или от чего тут? Ой, точно не знаю. Нет, не от телевизора. Я обманываю. От чего-то другого. Она ж маленькая для телевизора. Да, Софика? Давай, будем смотреть, что у тебя родится. Буду снимать, ребят, вам показывать. Я вот так и постелила все. Салфеточки у меня здесь, видите, груша лежит, ножнички обработала спиртом, специально этот, как его, он и для ногтей, я руки обрабатываю, и можно обрабатывать, антисептик, да, чтобы там ничего не было. В общем, ножнички уже обработала, они у меня тут лежат. В общем, вот эта штучка тоже, знаете, как, мало ли, котеночку надо носик обрабатывать, тоже отсасывать надо жидкость, всякое бывает. Потому что бывает это и захлебываются, и забитый носик, и ротик. Поэтому я делаю это. Взвешивать я не буду. Зачем их взвешивать? Я, ребятки, кофеечек попиваю. И сыр у меня тут в тарелке. Но не успела позавтракать. Только пришла, она меня уже зовет. Вякает, вякает, сидит. У нее схватки или путаки уже начинаются. Не знаю, сама прям залезла. Молодец. Вот, а Майка все кругами ходит, да, подсматривает. Скажи, тоже будем с мамой роды принимать, да? Да, скажи. Ну, Софийка зачуханная такая, не дается ни чесаться, ничего. Я ей поводочек сняла, вот этот с номером, с именем. Потому что, думаю, будет мешать ей. Ей сейчас не надо как раз. Да, да, да. Ты, девочка, опытная уже? У тебя детки были уже? Сколько? 3 раза у нее было? Сейчас 4-й раз. И ты уже знаешь, что к чему и почему, да? Да. Да, моя девочка, да. Да, моя хорошая. Мама-то знает, как это все. Мама-то все знает. Угу. Мам, у мамы 5 раз было. Правда, 4, да? У меня 2 близнецы родились последние. Но все равно все помню, все знаю, как это все происходит. Да, девочка намывает себя, намывает, чистит. Вообще вот эта коробка удобная, очень удобная. Она, знаете, в ней взятки много мест. Пока будут в этой коробке, а потом у меня специальная такая есть, как доза, да, или никак не доза сказать, а контейнер такой специальный, да. Вот. И потом туда уже прям коробку ставлю. А потом, когда уже побольше будут, коробку убираю, и они там. Ну, да, моя девочка, да, моя Халюся. Видите, как она меня зовет, разговаривает со мной. Да, да, моя хорошая. Да, 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 больно. Да, да, моя хорошая. И Маечка тут, да, скажи. Мы все тут собрались, сидим, ждем. Да, Майка? Скажи, да. Все, скажи. Помогаем. Помогаем, девочки, да, помогаем. Помогаем, да, Маечка? Помогать, скажи, надо. Уже потуки начались, она тужится. Вот уже 2-й раз я вижу, смотрю. Вот она сейчас, видите, напряглась. Дочка все напряглась. Такая зачухвырочка вся. Ну, ничего, потом почешемся. Видите, беременную не стала трогать, да, моя девочка. А это наблюдает, сидит, да, Майка? Скажи, тоже переживаю, да. Тужься, тужься, давай, да, моя девочка, тужься, да, да, моя хорошая. Разговаривает со мной. А Маечка что-то задумалась.
Скажи, мне тоже, наверное, надо. Да? Скажи, мне тоже, наверное, надо. Да, да, да. Зовет меня, если только отхожу куда-то, она сразу меня зовет. Да, моя хорошая, да. Да. А маечка рядом, да, 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 да. Да, да. Мяв, мяв, да. И что ты мявкаешь? И что ты мявкаешь? Дышит так тяжело, схватки, у нее потуги уже. Это значит, когда потуги начинаются, тогда уже вот-вот скоро. У нее были вчера, по-моему, схватки. Я все караулила, ходила, уже никуда не ухожу. Все караулю, хожу. Да, да, да. Ну вот, видите. Слава богу, что это, укараулили. А то, знаете, всякое бывает. Когда не знаешь, так упустишь. Да, Майка, скажи. Всякое бывает, да. Да, да. Чё ты там нализываешь? А? Чё ты там нализываешь? Май. Софиечки детки будут, да? У Софии детки будут, да. Маленькие. Маленькие, да. Да, моя хорошая, да. Мы о тебе не забываем. Да, да, да. Потуки ей больно очень, моя девочка. Мама гладила ее. Маечка помогает, поддерживает. Да, Маечка? Скажи, я поддерживаю, помогаю. Да. Когда Маечка тоже рожала, Софичка тоже рядом была. Да, две девочки мои. Котика я убрала, Барсика, чтобы он нам тут не мешал. А он и боится, знаете, когда такое начинается, он сразу начинает прятаться, убегает, такой, знаете, моя хата с краю, а я тут ни при чем, да, а я тут ни при чем. И боится такой, такой испуганный, такой ходит, смотрит, а что же это такое, а что это такое, а что вообще? Ой, я не могу. Да, Май? Маечка так смотрит, думает, что такое, что такое? Смотрите. Ой, бедненько. Она уже и так, я коробку уже развернула, и так, чтобы ей удобно было. И она, как я коробку разворачиваю, так она и тоже разворачивается. Маечка наблюдает, сидит, никуда не отходит. Вот молодец. Такие дружные они стали. Раньше не любили друг друга, сейчас вообще такие. Да, мою девочку, да, да, мя. Маечка помогает тоже. Да, Май, помогаешь? Молодец, да? Ты помогаешь? А, ты помогаешь? Да, помогаю, скажи, помогаю. Ты моя Люся, ой-ой-ой, дышит так тяжело. Ой, господи, да. Да, ты моя девочка, там что-то показывается уже. Ну ладно, не буду снимать. Маечка такое тоже сюда хочет. Ходит прям кругами, кругами. Пыталась уже в коробку залезть. Я говорю, нельзя, нельзя. Вот потуги начинаются. Это уже третий раз. Ну, дай бог, господи. Что все было хорошо. Всегда, знаете, когда касается что-то родов, я всегда так переживаю. Вот. Я поставила сюда туалет кушать, чтобы, знаете, закрыла дверь, чтобы Барни сюда не заходил. Вот. Видите, там у меня все стоит. Чтобы не пугал. Пускай пока так будет. Вот. Эти тараканы заколебали. Я уже несколько штук их поубивала. Лезут. Откуда они лезут? Я вообще не знаю. Но, правда, окно у меня там открытое, видите. А как закроешь? Все душно будет. Тут тем более туалет сейчас там. Ну, ничего. Себя, ребятки, сейчас снимать не буду. Такая быстренько встала. Даже себя не приготовила. Быстренько с Барнюшечкой побежала гулять. Смотрю. Она у меня сегодня всю ночь, вчера уже началось, ходила со схватками, схватки, схватки. Ну как, она не вякала, а просто я чувствую, она тяжело дышит, муркает так, муркает, дышит тяжело. Вот я уже знаю, думаю, ну, наверное, это вот-вот будет. И боялась ее оставить, никуда не ухожу, ничего, думаю, надо караулить. И коробку уже заранее хорошо приготовила. Смотрю, потом она в коробку сама прям залезла. Молодец, она уже знает. Я говорю, они уже знают. Майка еще не опытная один раз, как, а это уже четвертый раз. Она уже знает, что к чему и почему, да, Софиечка, моя девочка, ушки навыстрила.
Вот тут тужится. Ну все, ребятки. Там уже покажу, что будет. Софийка, да? Что она там делает? Что она там делает? Детки у Софийки сейчас будут, да. Вот она. Сурочек мой стоит. Такая смешная, я не могу. Такая смешная, да, София? И Маечка помогает тоже, да, помогает. Да, Маечка, скажи, помогать буду, да. Да-да-да. Да-да-да, скажи. Да, Май? Я сама так переживаю, прям не знаю, потуги, а что-то тишина. Ой, да, роды я всегда говорю, это как будто сама рожаю, такое вот, знаете. Скажи, Маечка, мы в ожидании ждем, да? Ждем-с, да? Ждем-с. Да, Майкайски, ждем-с. Мои девочки. Майка, правда, никуда не отходит. Вот тужится, тужится. Потуги у нее. На улице птички чирикают, как будто весна, вот такое чувство. Я еще и со стола с маникюрного ничего не убрала. Все так у меня и стоит. Ну, кто-то мне написал, девчонки, это толсто. Вообще не толсто, вообще не толсто. Если вы, знаете, сделаете тонко, то у вас вы неделю не проходите совсем тонко. Ну, как вот так вот, знаете, неделю не проходите, у вас все отлетит. Я не тонко сделала. Я, во-первых, сделала базу, потом сделала укрепление, специальный такой слой, он не делается тонко. Он делается даже как подложка, на него дизайн уже делают, потому что как цвет идет, да. Мильх такой белый, розовый, есть такой карамельный цвет. Поэтому это не тонко, это нормально. Вот. И зато они у меня крепенькие такие, знаете, и совершенно не тонкие. Не знаю, кто там такое пишет. Наверное, не умеет сам или от зависти такой, я не знаю. Извиняюсь, конечно, если я что-то не так говорю. Девочка уже на мой стульчик уселась, девочка. А мы еще никак не можем родить. Софичка тужится. Я переживаю. Маечка маникюрчик сейчас будет делать. Пытается. Вон она. Да. Так, 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 надо на разведку, на разведку. На разведку, что происходит, что происходит. У нас уже какие-то желтые такие воды отошли, не знаю, что это. Ну, в общем, тужимся, никак ничего не получается, не знаю. Переживать уже начинаю. И Майя переживает, да, Маечка? Переживаем мы, да, не можем мы что-то никак. Ребята, я потушила капустку. Бегу с такой с мяском сделала. Посмотрите, какая вкуснятина. Все готовлю в мультиварочке. Вот так вот, вот так вот. Вообще классно. Люблю мультиварки готовить. Прямо, знаете, вот вкуснота, вкуснота. Смотрите, как здорово. Я ребрышки потушила с капустой. Ну, бигус получился. Очень вкусно. Очень сейчас буду кушать. Попробую. Мне кажется, это так вкусно.